Did you guys know that whenever you buy something in Rushreal Market, you have tons of benefits? You get much better prices than you have in the game client, you can support your favorite content creator with a promo code, and you can also limit the number of your purchases. Instead of several mini transactions, you can just buy yourself platinum and then buy in-game stuff such as gems, passes or deal offers with it. If you want to support me, please use code MONKEY whenever you purchase in the market. You can leave me a message that will show on my stream as well. For all the people who uses my code, big thanks. Поэтому мы, по сути, хотим играть в него как мастера духа. Вот как бы я играл. Так что у нас новый инквизитор над светом. Инквизитор и темно. Мы сейчас тестируем свет. Это на 1% больше на босса. Хорошо, так что мы не будем статуировать здесь и статуировать там. Вот почему мы играем. Именно поэтому мы играем в Харли Куина, чтобы настроить это намного проще. Не произошло. Мы можем это сделать. Мы можем это сделать, да, и какой талант волшебного круга уровень 13 сейчас выбивается после каждой волны или мечей на волне разработчика, он будет сброшен, поэтому мы не будем застрять с ним на блоке 7 уровня, и это хорошо. Мне очень нравится это изменение. Ладно, нужен еще инквизитор. Позвольте мне это сделать. Хорошо, так что у нас есть 7 инквизиторов, 4 дебов. Конечно, здесь за 35% более критический урон и тоже за 2 сейчас. Так что давайте начнем складывать наших ведьм. Конечно, мне следует всегда оставить один из них, чтобы я мог скопировать его вместе с Орликиным. Конечно, я знал, что это произойдет. Ладно, давайте сделаем это. Ладно, я думаю, мы можем немного подождать. Мне очень любопытно, как пойдет этот новый путь для инквизитора. Потому что, честно говоря, это звучит не так уж и много. Но если вы об этом подумаете, это довольно хороший буф. Я имею в виду, мы можем оставить этот, если он уже третий уровень, все в порядке. Поэтому теперь мы получаем бонусный урон в размере 3,5% за каждого босса. Так что вы должны захотеть настроить каждого светового инквизитора в первой волне, просто чтобы вы могли начать запасать чулки. И мы медленно построим наши стопки ведьмы и амулета. Конечно, потому что это тоже важно. Мы играем против Воксона, которая также является создателем контента. Я верю, что она русская создатель контента и никогда раньше не играла против нее. Ну да, из-за этого довольно сложно найти людей, которые готовы играть в эту сборку. В основном часовые поясы, разные часовые поясы сложнее. Сложнее поймать кого-то на какие-то игры в этой сборке. И как вы видите, у меня есть новый макет для записи. Да, для записи. И Дэн, это повезло.
А также я редактировал свои видео в другом приложении. Надеюсь, сейчас все немного лучше. Давайте усредним это. Я все еще учусь идеально редактировать в этом новом приложении, поэтому надеюсь, что в конце концов получу его. Нет, я не очень знаком с Инквизитором, поэтому я, конечно, могу допустить ошибки. Да, в этом проблема. Если вы не оставите его, какой уровень один, чтобы мы могли скопировать? Так что мы находимся на волне 5, у нас уже 4 буфа. Ладно, мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы за 50%, честно говоря, довольно высокий шанс получить эту ошибку. Я имею в виду, я могу немного подождать и сделать что-то подобное, а затем объединить его только для дополнительного стека. Ладно, я очистил его на этот раз, и давайте объединим это. Я очень застрял с ними этими скреперами, так что думаю, я немного успокоюсь. Вот наша пятая стопка, 11 на амулете. Конечно, ведьма получает обновление. That was a fantastic... Да, ночная статуя тоже была забушена. Я забыл сказать вам, что она была до 50 раз. Это было 0.8, теперь это 11.2% до 30 раз. А затем на 0.3 бесконечно. Так что да, три буфа, да, которые также могут быть хорошими для легкого инквизитора, но я не уверен, будет ли этого достаточно. Поэтому мне придется проверить его еще немного. Я определенно мог бы в нее играть в эту игру лучше. Я чувствую, что 123, 45, 67, ладно, я играю в этот правильно. Конечно, это получает обновление. Это раздражает. Ладно, под каким путем? У нас уже 19 из них. Это довольно хорошо. Мило, 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 мило. Верно, 8 путей, 8 путей. Интересно, как и как долго вы можете пройти в волну глубины. К сожалению, у меня нет способности клонировать. Я думаю, я просто объедну. Мои ночные прикосновения довольно низкие. Это самая большая проблема, и я думаю, поэтому я не наношу столько ущерба, сколько должен. Но, возможно, мы сможем это скоро изменить. Как только мы закончим с ведьмами, я просто настрою и ведьм, так что это тоже поможет мне, верно? Ну, мы чуть не получили сюрприз. Ладно, 17 на амулете. Давайте понизим рейтинг скрепера и 26 на ведьму. Довольно хорошо, довольно хорошо. Статуя этого парня второго уровня, это третий уровень. Это немного больно, фарс-контрафакт немного поздно. У
Вау, мы пока не наносим такого ущерба. Ладно, мы достигли волны смерти. Это хороший знак, верно? Не могу просто сидеть и ждать. Хорошо, у нас 28 ведьм, это грустно. Это плохо, это плохо, это плохо. Пожалуйста, понизите рейтинг скрепера. Хорошо. Статуи уже 4-й год, это хорошо. Я думаю, пришло время подставить ведьм. Возможно, последний кусок этого. Я оставлю эти штрихи боссу. Возможно, чаша конкурса сработает. Больше не нужны ведьмы. Вернул ведьму. Давайте попробуем, получить последний переключатель здесь. Ладно, так что мы готовы к всем вещам. Стреляй, я ничего с этим не могу сделать, потому что застрял в скреперах. Да, так что остался только амулет, но он не так высок, это 23%, так что мы близки к завершению. Начать, наконец, получать обновления. Так что теперь все дело в том, чтобы их удалить и получить. Давайте закончим. Сейчас это 25%. Хорошо. Хорошо, это правильно. Амулет сделан. Статуи имеют высокий уровень слияния. Пожалуйста, убей его. Хорошо. Уже 23-230. Это уже довольно приятное достижение с Инквизитором. Я думаю, мне действительно понадобится очистка, потому что мои подразделения красные для этого. Но, к сожалению, я не получаю никаких Инквизиторов. И проблема в том, что медь в том, что вы часто застряли. Хорошо. А черт возьми. Если я дошел до 5 минут с Инквизитором, я уже счастлив. Честно говоря, если я смогу дойти до 5 минут с Инквизитором, о мой нет. Да, это будет проблема, потому что я трахнул. Посмотрим. Я никак не могу ничего с этим сделать. Да, предпочитаю 350, извини, почти 4 минуты. Честно говоря, я не думаю, что на самом деле это так, как я думал, когда увидел изменения. Не думаю, что это хорошо. Я не думаю, что 1% Инквизитора достаточно, чтобы это сработало, даже с статуей выше. Потому что в конце концов у меня было почти все. У меня были полностью сложены мои амулеты. У меня есть мои ведьмы, которые сложали. У меня были все инквизиторы, кроме, возможно, одного почти на марке Стирмакс, женатый пьяным. Так что я не знаю, что чувствует себя неправильно. Так что даже с максимальной фортуной, с максимальной свирепностью, он не может достичь и не может убить босса в 3.30.
Да, босс 330, потому что это был последний босс, это был Бедлам. Ладно, да, это была моя задача с магом освещения. Дайте мне знать, что вы думаете, ребята. И да, увидимся в следующем видео. Hey there, thanks for watching, and if you like the video, please subscribe and like, as it helps me a ton. You can also leave a comment if you like, as I read and respond to every comment. Thanks for watching.